Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и на сегодня у нас глава 9 Фростморн, на следующий день в лагере Артеса. Ты солгал своим людям и предал наемников, которые сражались за тебя. Да что с тобой происходит, Артес? Неужели жажда мести настолько затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин. Если бы ты видел, во что Малганус превратил мое королевство. Темный властелин предсказал твое появление. Здесь окончится твой путь, мальчик. Во льдах, на вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. У нас еще есть шанс. Помоги мне добыть Фростморн. Если он и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы сможем переломить ход боя. Не нравится мне все это, но я обещал идти с тобой до конца. Капитан, я должен оставить лагерь. Держите оборону до моего возвращения. Так, во имя значит, что у нас есть, что у нас здесь? Ага, сразу берем грифонов троих. И давай, хлоп. Еще одного паренька. Свет дает мне силу. Этими вперед. Так, этот отряд. Чем могу помочь? Да. Control на что 2. Жалуетесь? Этот отряд. Слушаю. Control 3. Не нужно кланяться. Я готов. Жалкий глупец. Вот так-то лучше. Получай. Отлично. Чем не заняться? Свет дает мне силы. Обычно люди соображают быстрее. Не нужно кланяться. Идем дальше. За честь и отвагу. Ждем приказа. Они получат. Отлично, грифон. Кто-нибудь ранен? Думаю. На что жалуетесь? Я служу свету. Так. Так здесь и будет. Зал. Где враг? Наш город осаждают. Не нужно. Чем могу помочь? Первое нападение. Мерзкий отродь. Приступаю. Так, ай-яй-яй, приступаю. Ваша стопа. Я в гневе. Я служу свету. Так, стоять, добить. Во имя правосудия. Талисман здоровья. Чудно. Время выпьем, молота. Заберем, выпьем. Какие новости? И заберем здесь иду. Колечко. На что жалуетесь? Да, мой друг. Так. Ждем приказа. Чем могу помочь? Еще на один. Что жалуетесь? Чудесно. Два сюда. Я служу свету. Идем дальше. Свет дает мне силу. Конечно. Источник разумеется. Магии. За честь и отвагу! Так и будет! И где? Тихо! А, я его забыл. Ой-ой-ой, это фейл. Свет дает мне силу. Разумеется. Я служу свету. Прохилить. Иду! Где враг? Ждем приказами. За честь и отвагу! За моего отца! Не нужно хорошо. Кланяться. Так. Конечно. Даем назад. Жду твоего приказа. Так и будет. Во имя правосудия. Сейчас пополним чем ману, могу помочь? И будет все отлично. Да. Так, слушаю. Это Control 3. Что прикажете? Оп. Не хватает золота. А-а-а. Не нужно кланяться. Исследование завершено. Так, какие новости? Здесь. Время молота. Кольцо подняли. Так и будет. Во имя правосудия. Так, давай отхилься. За честь и отвагу! Все более-менее здоровы. Чем бы заняться? Давай.
Так, а куда нам? Нам куда-то сюда. Я служу свету. Так, что у нас здесь? Ага, можно подтянуть. Исследование потихоньку. Завершено. Во имя правосудия. Поехали. Отличный план. Первым отправляем. Конечно. Отличный план. Все равно ничего. Какие не новости? Я служу свету. У нас паренек вкачанный. За честь и отвагу. Разумеется. Так, вперед, вперед. Конечно. Вперед. Отличный план. Время мало. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Да, печалька. Конечно. Я служу свету. Где враг? Не нужно кланяться. Идем дальше. Иду. Я служу свету. За честь и отвагу! Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели. Не думаю, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, но вы не пройдете. Время взял. И все в него. Свет дает мне сил. Прохилка. Я служу свету. Возвращайтесь. Лично. Пока еще не слишком поздно. Все еще пытаешься защитить свой меч? Нет. Пытаюсь защитить тебя от него. Не хватает дерева. Давай, давай, давай. Опа. Составочка. Смотри, Мурадин, вот оно, наше спасение. Погоди, парень, здесь на постаменте надпись. Это предупреждение. Здесь говорится, тот, кто поднимет этот меч, познает на себе его силу, подобно рассекающему плоть клинку будет она терзать его душу. Я должен был догадаться. Этот меч проклят. Давай выбираться отсюда. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину. Оставь его, Артес. Забудь об этом и труби отступление. Люди вернутся домой. К черту людей. Я буду мстить. И никто не встанет у меня на пути. Даже ты. Теперь я взываю к духам этого места. Я отдам вам все. И заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. О, жесть. Принц Артес, где Мурадин? Мы больше не можем сдерживать их натиск. Мурадин мертв. Мужайтесь, капитан. Враг не сможет противостоять мощи Фростморна. Не нужно кланяться. Ждем приказа. Отличный план. Так, ну что ж. Самое время начать разваливать все. Где враг? Разумеется. Так, слушай, Кэп остается здесь. Будет исполнено. Не Артасон. Нужно кланяться. Я служу свету. Амило. По имя правосудия. Их то еще есть у меня. А никого, в принципе, больше я и нет. Я служу свету. Ща построим. Не хватает золота. Так, надо еще пару ребят на дрова. Не нужно кланяться. Чем могу Тя, помочь? Ладно. И да, Кэпа сюда. Где враг? Я служу свету. Я готов. Развалю отличный только план. В начале сейчас нижнего врага. Да, сэр. А там дальше. Уже в видно пути. Будет. Да, мой друг. Эти сюда. Я готов. В чем проблема? Эти сюда. Неплохая где мысль. Враг?
Конечно. Ждем приказаний. Ваша светлость. Так, стоять. Вот так. Думаю, нужно кланяться. Кэп. Что прикажете? Давай назад. Так точно. Так, что там, рыцари и грифоны, да? Во имя правосудия. Погнали. Отличный план. Жалкий глупец. На что жалуетесь? Я служу свету. Теперь я действительно завершен. Где враг? Так, что мы там прокачали? Ага, ну бревна качнули, понятно. Так, так, так. Свет дает мне силу. Где враг? Во имя правосудия. Я служу свету. Свет дает мне силу. Отступаем. Чем могу помочь? Так, улучшую регенерацию мана, наверное. На нас напали. Не нужно кланяться. Исследование завершено. Жалкий глупец. Теперь я действительно дом. О, ну отлично. Но Артеса как раз валит. Свет дает мне силу. Поэтому можно особо и не париться. Во имя правосудия. Кто-нибудь ранен? Нашего креста. Приступаю. Вашим. Я служу свету. И... За честь и отвагу! Отлично. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Так, что у нас там в кузне? Не хватает золота. Я служу свету. Исследование завершено. Наш город... Свет дает мне. Исследование завершено. Да, сэр. Будет исполнено. На нас напали. Да, мой друг. Кто-нибудь ранен? Приступаю. Оп. Вот так по красоте все. Слушаю. Очистили. Я служу свету. И все. Свет дает мне силу. Так. Что у нас здесь? Не хватает золота. Но тут я служу свету. Поздно просить пощады. Поэтому хорошо. Давай разваливаем по-быстренькому. Алтарь. Свет дает мне силу. Где враг? Что тут еще осталось? Пару зиккуратов. Но это не надо. Свет дает мне силу. Не, с этим проблемно. Я служу свету. Не нужно кланяться. Где враг? Мной. Да, мой друг. Исследование завершено. Да, блин, как они в престол-то свитчатся так сразу, а? Свет дает мне силу. Кошмар какой-то. Не нужно кланяться. Отличный план. Свет дает мне силу. Так, вперед. Я служу свету. Что, свет дает мне путевого? Силу. Хотя. Конечно. Так, на 30 секунд. Где ну, враг? Ладно, обойдемся. За честь и отвагу! Я служу свету. Разумеется. Конечно. Вперед, отличный вперед. План. Где враг? Разумеется. А вот свет дает мне силу. За так, честь и отвагу! Отведем, отведем, давайте, давайте. За моего отца! Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Чудненько. Не нужно кланяться. Чем могу помочь? Так. Не хватает золота. Во имя правосудия. Сейчас аккуратненько исследование все это делаем. За победу! За победу! Свет дает мне силу. Так, туда пока не отличный пойду. План. Развалю зиккурат.
Да, мой друг. Не нужно кланяться. Разумеется. Свет дает мне силу. Я служу свету. Хорошо. Во имя правосудия. Ай, зараза, словил. Чем могу помочь? Поведу. Оно очищение. О, отлично. Да, мой друг. А, парень. Не будет так. Давай, хилься. Свет дает мне силу. За моего отца! Так, походу я одного рыцаря. Не нужно кланяться. Посеял. За моего отца! На нас напали. Свет дает мне силу. Далее, а ну-ка, может, поднимем? Отличный план. За честь и отвагу! Да, милорд. Я служу свету. Ага, все ясно, все на месте-то. Че-то куда-то выпало. Во имя правосудия. Так, что у нас здесь с улучшением? Я служу свету. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Опа. Где враг? А вот и... Я служу свету. Главный артист. Где прибыл. Враг? А не, не прибыл. Чем могу помочь? Свет дает мне силу. Исследование завершено. Где враг? Да, милорд. Во имя правосудия. Не забил. Не нужно кланяться. Конечно. Прохилить. На что жалуетесь? Я служу свету. За честь и отвагу. Ничего, ничего, сейчас поднимем все. Пускай, пускай бьет. Так, выполню любой приказ. Во имя правосудия. Короче, поднять всех. Конечно. Не нужно кланяться. Теперь я действительно зол. Я служу свету. Ну, вот так вот по красоте все это дело оформили. Кто-нибудь ранен? Где враг? За моего отца! Во имя правосудия. Непорядок. Отличный план. Свет дает мне силу. Чем могу помочь? Я служу свету. Не нужно кланяться. Поздно просить пощады. За моего отца. Так, давай, давай, всех. Во имя правосудия. Я служу свету. Так, кинем еще улучшение, может, какое. И... Исследование завершено. Что, ничего нет? А, походу, по максимуму уже улучшил. Я служу свету. Чудесно. За честь и отвагу! Во имя правосудия. Сливаем. Так. Что прикажете? Можно этих подтянуть, в так принципе. Точно. Я служу свету. А то они стоят. Отличный без план. Дела. Свет дает мне Опа. Силу. Конечно. Лежать. Во имя правосудия. Я служу свету. Ох. Слушаю. Тут еще какая-то питерская точка. Проклятые твари! Где враг? Поздно просить пощады. Свет дает мне силу. Кто-нибудь ранен? Что прикажете? Да. Слушаю. Твой отряд будет на пол-2. Завершено. Слушаю. Правосудие. Я служу свету. Вперед. Да, сэр. Не нужно кланяться. И добивай. Где враг? Лично. Они получат по заслугам. Что прикажете? Все, все задания выполнены. Так ты все-таки решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей, как и предсказывал темный властелин. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганус. Теперь я слышу только голос моего меча. Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч? Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе, повелитель тьмы? Он сказал, что пробил час отмщения. Что? Он не мог. Все кончено.
побежал куда-то. В бурю. И что ж, на этом, похоже, миссия и вся компания Альянса подходит к концу. После того, как месть свершилась, принц Артес побрел в одиночестве сквозь снежную пустыню Нордранда. Измученный таинственным шепотом Фростморна, Артес утратил остатки разума. Теперь, движимый темной силой воли меча, Артес планирует вернуться в родные земли Лордерона и потребовать свою награду. Что ж, понятно. Ну а на сегодня все, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Сын мой, тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я позабочусь обо всем. Сын мой, что ты делаешь? Я становлюсь королем, отец. Это королевство будет уничтожено, и на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира.